грязью, избавишься от белого. Возьмешь вещество жидкости, белил и несколько вязким замесом, не мокрой сметаной, а вязкой сметаной, возьмешь розовый, голубой, получился сиреневый оттенок. Плюс коричневый, получился грязный оттенок. Можно плюс красный к сиреневому, будет другие варианты грязцы. Полностью избавишься от белого. Кто в пользу розового, кто в пользу голубого, кто в пользу коричневых или красных. Хорошо? Полностью-полностью. Особенно не оглядываясь на содержание. Отсюда картинка может падать, лучше ее здесь поставить. Внизу у нас вода синего, вернее, голубого цвета. Голубого даже с бирюзой. От середины холста в эту сторону и в эту идет вода. Вода любит идею отражения. Отражение висит. Согласен? Наберешь идею отражения. Смотри, прямо стекло отражения. Наберешь это стекло. Дополнишь, да, и наберешь стеклянно. Малейший звук по горизонтали выдаст идею воды. Ты согласна? Смотри. Идею плоскости, да? То есть идея отражения и идея плоскости. На переднем плане у нас зелень. Берешь голубой и коричневый и черноты зелени сюда наберешь. Макательно, чиркательно, моделировательно. Потом светлоты зелени, возьмешь бирюзовый, желтый, бирюзовый тут там-сям валяется, доберешь также густо. Прикольно? Вопрос такой, вы уже не надо ее. Ты вот так сделаешь. И погнала заново. Архитектура. Начнешь разработку архитектуры с самого светлого пятна, которая находится где-то здесь. Мазочками вот такого каменного характера. Каменного характера. Слепишь идею освещенной старенькой архитектурки. Прикольно? Окна появятся сначала так, а потом будут дополнены. Столько не запомнил. Давай. Рыжий это у нас розовый и желтый. Конечно, если ты еще никогда ничего не смешивала, то кажется чем-то сверхъестественным. На самом деле на нашей палитре так мало красок, вариантов этих красок, что после некоторого. То есть, если бы там были все краски задействованы, то, конечно, было бы тяжело. Поскольку их задействовано очень мало, то, в принципе, по идее, довольно скорое знакомство с этим малым. Ага. На доме. Вот на этом внятный яркий свет. Да. Очень мощные замесы, много вещества используешь,
что мешает работе. Не бубни, слушай меня. Много вещества задействовано. Поэтому так неопрятно на событии. Помнишь, я вдавливательно. Да. Примерно так же и здесь поиск замеса. Да. Более темные балкончики. Более темные и выступающие. Есть там такое, да? Вот это гравий. Из-под них, смотри, там на продолжении этой стены уходящей, свет упал прямо на стену. Угу. Это вот таким вот движением какой, да? Вот. К сожалению, если видишь, вернее, если настолько не видишь направление уклона, угу, то лучше с геометрией, архитектурой не сталкиваться лицом к лицу. Угу. Потому что при таком нарочитом невидении ничего хорошего не произойдет на полосе. То есть стараться брать те задачи, где четкости рисунка не будет. Потому что линия настолько внятно уходит туда, а у тебя настолько внятно пошла в другую сторону, что, конечно... Я же сама вижу, что я туда не могу ничего с ней поделать. Ну как-то не могу с ней поделать. Ничего. Здесь шире. Мутнее. Положи картинку, чтобы я видел. Вот это, по-моему, я зеленым скачку. Протри тряпкой. Сначала досмотри, что я делаю. Потом глазами, да, выделываешь? Да. Разницу, внятную разницу делаю между освещенной частью и теневой. Угу. Которой не было вообще разницы, да? Внятной. Да. Ну, эту линию-то увидела все-таки. Не настолько ты не видишь. Смотри, каменная кладка, из которой сделана эта. И вот продолжение фигни туда. Здесь лежачая плоскость, угу, поэтому я показываю ее нарочито по горизонтали. Угу. Оконце под подоконником, темнотики. А вот это темнотик? Вот это. Угу. А вот здесь надо повторить вот это вот, как бы вот это, вот на левую? Или это не... Что это? Смотри, вот у нас штукатурка. Угу. Но я сохраняю, смотри, тонально цельный теневой кусок, правда? Тонально цельный. То есть цельный. Ты светлила, темнила. Смотри. Вот, это пожалуйста, не страдай. Ну я вижу, что это не это одно, а это другое. Вот. Угу. Брикетики. Прикольно? Смотри.
Сразу видно, что каменюка, правда? Да, конечно. Угу. Именно от того, что уложено вот так, как кирпичик. Оконца. Ну, во-первых, линия пошла по вот этой траектории. Линия ухода в перспективу. Линия ухода в перспективу. И здесь у нас оконца. Еще более наклонилась линия. Под окнами уже имеет несколько другой уклон. И сами окна. Вот они. Так. Потеки какие-то, грязь вековая, да. И смотри, всюду вот этот рубленый характер укладки. То есть он может быть и как бы слева направо, так да, и сверху вниз, да? Угу. Плюс потом вот эти столбики. Так же, как те столбики подоконные. Вот эти столбики тоже подоконные. Смотри. Тени от них. Видишь там, да, тени? Столбики состоят из двух плоскостей, одна из которых освещена. Прикольно? А это тоже надо освещать? Или он в тени? Давай светим. Это лучше. Тоже есть кантик, да? Да. Дело в том, что этот сегмент ты можешь сбривать, делать, пока не поймешь его основную идею. Тень от мостика. Дандельерчик. Отражение гондолочки. Линия касания к воде. Молодой человек, который это делает. В рыжей шляпе. Это
делает с рыжими руками в черненьких штанишках. Мешка по великанка. И он же чуть-чуть отражается. Да? Мазочки на переднем плане лодочного характера. Ты видишь, да, они все немножко лодочки. Угу. Давай. Там вдали нет линий такой напряженности. Они такие чуть-чуть. Смотри, да. Я их просто чуть-чуть уничтожаю. Остаются только такие намеки. Да. Мерцалочки. Так. Ну, идея блоков правильная. Просто немножко еще, да, беленькой ручкой, слабенькой. Ну, идея-то правильная. Я, чтобы все-таки дом внятно отделился светиком, да, от теневой. Ну там же так? Там, да. То есть смотри, я задал некоторую круглость этого карандаша. Как пластилином, как веществом пластилина. Лодочки различимы на переднем плане, а на дальнем плане мы видим, там вообще нет никаких, да, прикосновений. Там какие-то белые. Только на переднем плане видны вот эти мерцания, колебаний. А там такое единое пятно. Идея такой живописи подразумевает вот такой густой мазок, а густой мазок решает вопрос. Это выбеленность, это твоим пальцем ты выбелила. Там изначально было темно. Вот
Ну нет, этот в тени, а этот не настолько. Более светлый, угу. Праздничный. Очень красиво. Ладно? Оставить и здесь, а потом забрать. А мы здесь каждый день. Я каждый день. Да? Конечно. То есть если я через неделю, допустим, приеду, я заберу. Ухода в пространство. Да. Красиво? Да, потому что все равно это небо какое-то, что иначе тут воздуха не хватает. В принципе, я завтра за колодой штуки тоже могу сказать. Ой, понятно, вилка там. Так. То есть, с другой стороны, здесь тоже вроде бы все вот такое. Не хватает геометричности вот здесь. То есть лучше, чем на фотографии. Вот здесь не хватает. Причем ты видишь, там прямо несколько вот таких сегментов. Ну еще мне кажется, здесь как да? Вода уходит вот сюда, вот, а здесь у меня как будто отражение. Ну, это, наверное, смотри, да. Там несколько сегментов. Да, вот да, таких. Да, да. Я бы пыталась. А здесь сделать. Уклон поменял свое направление. Что-то ты меня не ждала. Я ждала. Я ждала. Не, вообще не ждала. У тебя ни желтый, ни какой. Сходишь, да, этот самый сейчас? Ждала. Ну, но кто-то есть. Денис. А, прикольный звук, да? Прикольный. А вот эта вот часть, она вот как бы, это как бы хорошо? Ну, это лучшее, что ты сегодня сделала. Ну правда, он удачный вполне. Может, тебе он не нравится, но он хороший. Все, точку ставь.